117 случаев гриппа зарегистрировано на сегодняшний день в нашем городе и Сургутском районе. Среди заболевших 9 беременных женщин и 3 ребенка. Вместе с тем специалисты отмечают снижение заболеваемости ОРВИ и гриппа. Так, за третью неделю 2017-го количество пострадавших от сезонных инфекций снизилось на 19%. По мнению экспертов, стабилизировать ситуацию удалось во многом благодаря карантину, который, напомню, был введен в конце 2016 года. На сегодняшний день занятия в школах и садиках не отменены, однако в 6 общеобразовательных организациях 12 классов закрыты на карантин. Кроме того, в 5 садах из-за гриппа и ОРВИ не работают 6 групп.